Пиляй, пиляй. Нет, вот здесь, вот где пазик, давай пиляй. Да, пиляй, пиляй. Потихонечку, не спешите. Ремонт это всегда здорово, да? За ручку надо браться, а не так, как ты держишь. Вот тут ручка, где? Вот, да. Видишь, как хорошо пошло? Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть. Еще надо одну пилять? Сейчас посмотрим, отмерим. Ну, давай. Хватит? Недостаточно. Сейчас, видишь? Ну, так давай, становись, пиляй. Ты букву А хочешь сделать? Да. Сделать ей еще крылышки. На стулке пилять не надо. Вот тут, вот возле стулки пиляй. Давай. А, у вас замечательно получается. Пиляй, пиляй. Строителем будешь. Да? Ты уже строитель. Давай, допиливай. Еще. Надо чуть-чуть постараться. У тебя прям Т-творчество, да? Давай. Сильная? Эх, дай. Надо же допилять. Стремились? Можно сделать все вот так. Хорошо. Делай, мастери. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Сегодня была опять на Family Girl. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Твоя буква поломалась. Еще нравится тебе пилять? Угу. Букву А будешь делать? Да. Ножницы где? Сзади тебя. Это у тебя творчество такое? Не захотела мне помогать ремонт делать, да? Угу. Да что ты мне сказал, иди ешь. Я тебе сказал, иди переодевайся в тепло. Чтоб тебе тепло было. Ну что, никак? Да сейчас. Ну давай. Делай, делай. Еще была бы третья рука, да? Буква А получилась, да? Да, сейчас сделаем кое-что. Другую букву? Нет, похоже будет на другую букву. Ты что-то хочешь отпилять? Да, сейчас будем опять пилять. Кого? Подержать тебе? Давай, подержу. Пиляй, пиляй. Не бойся. Пиляй хорошо. Давай. Ну. За ручку держи. Тебе так удобнее будет. Помочь? Давай помогу, отпиляю. Давай. А? Давай я тебе помогу.
Да, я аккуратно отпиляю, давай. Я знаю, как. Папа, дай. Ставим. Угу. На резик мы будем делать что-то. И что, это будет лестница какая-то опять? Нет. А что? Была буква, стала лестница. Что будем делать? Опять пилять? Тебе пилять нравится, я так понимаю, да? М? Сейчас посмотрим. Язык спрячь. Пальцы аккуратно. Да как же ее там? Упереть надо во что-то. Так она не пиляется. Тебе табуретку зачем дали? Чтобы пилять. Надо? Ты изобретательница? Да, я изобретательница. Ой. Молоток надо, да? Гвоздей-то нету. Остановитесь. Надо, надо мусор уже убирать. Уже все, вечер. Это надо закручивать отверточкой. Это так не забьется. А как забьется? Закручивается. А не забивается. А дай мне забивать. Гвоздик? Вот кто маленький. Гвоздик. Гвоздик? Да он больше, чем вся твоя палка. Мастерица. Кируся мастерица. Лишь бы что-нибудь позабивать. Да? Ну кто ж так забивает-то? Смотри, учу ребенка забивать. Давай. Подержи, пожалуйста. А? Гвоздик давай. Смотрите в камеру. Берем вот так вот гвоздик, ставим. И потихонечку забиваешь. Хорошо. Ты сейчас пробьешь коврик. Давай. Знаю, я знаю. Вот так вот забивай. По пальцам будет больно. Ой, криво бьешь. Забить тебе ровно. Да как же его ровно? Ну давай забью, давай покажу как надо. Давай. Ну покажи ты мне. Давай. На. Берем гвоздик, твой же. Ставим. Тебе надо насквозь, да? Давай. Он, видишь, раскалывает ее. Да. Подождите. Я знаю как. Ну он расколет, гвоздик толстый для нее. Возьми ты тонкий, а. Да нету другого гвоздика. Мы вообще саморезами ремонт делаем, а не гвоздиками. Хоп. Тоже изобретение, да? Игрушка не играйся, не наиграйся называется. Да, надо его побольше заделать. Ты тогда дырку сделаешь в своем коврике. Все, дырку сделала, к полу прибила. Нет. Вот, положите сюда и здесь забивайте. Вот так вот забивай. А, я знаю. Все. Забила. Насквозь. Да? Насквозь. Класс. Да. Покажи, как класс.